стоять у берега и ждать, когда вы вернетесь. Возвращайтесь к крейсеру поскорее, и я буду охуенный мод, блядь. Walk in the sun. Piece of cake. All we gotta do is get some diesel and get back on the boat. Don't jinx us, Nick. Бать, подождите. Мне кажется, или оружие по-другому стреляет? Забирай рвоту. Возможно, немного по-другому. Я перезаряжаюсь. Пистолеты так быстро стреляют. Вот оружие. А, это вроде болото и есть. Нет, это ужасный ливень. А-а-а. Перезаряжаю. Есть боеприпасы. Слышали, толстяка? Главное, не дать мне плевать на вас. Осторожно! Готов! Нет. И тогда на дизельную заправку. Можно попробовать потом на эксперт реализме пройти кампанию. Ну это вообще пиздец. Пососёт. Не, я думаю, мы пройдем, но будет сложнее намного. Там... Да, они будут сносить 100 хп за раз. Нет, нет, там не так это работает. Эксперт реализм — это когда зомби очень жирные. Типа им надо в голову стрелять, все такое, да? И... выжившие не распаунятся. Типа в комнатках. Возьми-ка вот это, пригодится. Ебать, извиняюсь. Сейчас я его похилю. Надо было приберечь это для себя, конечно. Немножко с этим модом на маленьких людей, блядь, тяжело стрелять и не попадать по своим. Спасибо. Боксы это обычные остаются. Дерьмо. Упс. Там курильщик бегает за нас. Да ну что такое, блядь? Пистолеты что-то реально быстро начали стрелять. Может, мне кажется, конечно. Как мы пройдем эту кампанию? Спокойно. А, в каком-то же моменте там будет дохуя ведьм. Да, я об этом и говорил тебе. Но мы можем пройти мимо них, как бы. В чем проблема? Дьявол, осторожно! Это тебе. Я
Я не оставлю тебя здесь. Сейчас помогу. Оружие! Спасибо. Конечно. Говорили, что беспокоиться не о чем. Вот же козлы. Ой, блядь, опять говно всякое. Перезаряжаю. Ой, я им тогда-то возьму. Нихуя, вилла прикольная вещь. Угу. Лопата тоже ничего так. Осторожно! Осторожно! Я ранен! Помогите, помогите! Давайте срежем здесь. Осторожно! Это оружие! Помогите мне! У меня на спине шагей! Вот пустяк. Сейчас встанешь и будешь как новенький. Мы уже почти дошли. Последний поворот. Не беспокойся об этом. Неправильно все это. Перезаряжаю. 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 Я перезаряжаюсь. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Ай. Зомби не смогли меня положить, а то вы смогли, блядь. Бля, негр, кинь пайпу. Одна отключка, я сдох. Да ничего, тут уже сейфрум близко. Я могу тебя ёбнуть, чтобы у тебя хп было больше. Будем, не? Давай. Хорош. Делаешь так со мной, то пожалеешь о том дне, когда твои родители познакомились. Все внутрь! И так уже почти бегу. Элис. Прощай, Элис. Чё, он так тоже хочет умереть или чё? Блядь, забайтил меня. А я не знаю, это считается типа ночью или нет здесь. Потому что ночью эти... Если Вичке выстрелить в голову, она начнет станется, и мы её можем убить. Блядь. Вот аптечка. Ее забрали. Она похуй, дробовик возьму. Тоже дробовик возьму. А, там... Там идем, там все заебись. Не, это вроде еще вечер. Ну да. Наверное, единственная глава, где непонятно особо, это считается днем или ночью. Просто ведьмы себя по-разному ведут, когда день или ночь. Ведьма. Громила! Ведьма. Это ведьма и ведьма. Охотник! Сука, поймал меня. Больно поймал. Попай. Пизда. Я быстрый. Ой, вот это ты зря. Беги, чел.
Вы ее убьете? Ну мы стараемся. Ты можешь до убежища добежать, и она отстанет от тебя. Ну, я не успеваю за ней. А, все, вот она отстала от тебя, все, все, все. Натама? А да я, мы убили ее уже, я же тебе говорю. Ты может игру потише сделаешь, чтобы слышать меня? Ну конечно. Алло. Молота. Я понял. Сколько здесь ведьм-то, блядь? Их дохуя, блядь. Блять, ну ёбана в рот, куда ты лезешь? Не буду тебе лгать. Сейчас я тебя полечу. Если не вылечишься как следует, тебе конец. За мной должен. Для этого-то я и здесь. Надо было приберечь это для себя, конечно. Ну, да чем с ним. Перезаряжаю. Это мне очень помогло. Да хуёво я играю. Нормально, нормально. Рвота. Рвота полезнее это будет. Перезаряжаю. Left 4 Dead, блядь. Left 4 Dead, кайф. Ну это да. Юлька, я не знаю. О, танк. Там ведьма и танк. Да ведьма-то похуй, а вот танк это неприятно. Надеюсь, он попадет. Ух, нихуя. Нормально, он залепил. Камень надо стрелять, когда он летит, блядь. Не все оружие его сломать могут. Он меня убил, блядь? Ебать. У меня наш чел, он стрелял по танку, понял, и попал по мне, блядь. Он умер, танк. Пусть у меня пайп возьмет. Заберите меня отсюда. Возьми у меня пайп, чтобы зайти. И сейчас его ёбнут, блядь. Эй, дайте кто-нибудь руку. Бля, вот он дает, конечно. Взял его по мне, ебанул. Черт, здорово тебя отделали. Бывало и получше. Спасибо, дружище. За мной должок. Черт побери. Черт побери. Элис. Вот теперь, дружище. Воспользуйся этим прямо сейчас. Спасибо. Осторожно. Перезаряжаем. Блять, да... Саган. Помогу, но следующий может стать для тебя последним. Хуёво, Рошель черно-белая.
взял дефибриллятор. О, как раз этого. Так, я нашел дефибриллятор. Ой, блять, а видимо тут сидит. О, блядь. Кто ведьму напугал? Да, я не знаю. Это пустяк. Сейчас встанешь и будешь как новенький. Ай, снег. Наверное, проебем. Я же тренера могу выставить. Ладно, похуй. Давай же, чёрт тебя. Давай тебя. Больно же! Сколько нам еще идти? Далеко. Еще надо будет лифт пережить, это вообще пиздос. Меня. Спасибо. Вот они. Сейчас от любого чиха сдохну. Готовы. Кого я убил, блядь? Я тоже от любого тут чиха сдохну. Ничего страшного. Я слишком большой, чтобы помещаться в этом шкафу. Оружие. Это не отлично. Должно так закончиться. А, я понял, у меня мод стоит на изменение этих, блядь. Изменение характеристик оружия. Оно у меня по-другому стреляет просто. Как? Ну у меня эти. Полтора раза быстрее пистолеты стреляют, и калаш урона больше вроде наносит. Кого, блядь, а как я упал? Там сверху блевотина была. Бля. Мы можем подняться здесь. Я слышу курильщик. Ребята, я быстро идти не могу. Блять, один хп нахуй. Инвалид ходит. Отлично, вот и заправка. Ой, блять. Прям на волоске от смерти, я бы сказал. Нам пора идти в лифт уже. Ебать тяжело. Мы с тобой по одному хп, блядь.
Будем надеяться, что хоть кто-то из нас добежит до убежища. Голосовой чат включен или нет? Да, включен. А я не слышу никого. А, ну сейчас никто не разговаривает. Я вообще ни одного слова не говорил. Тут таблетки возьми. О, да, да, да. О, да, пайпа. Шикарно. Че, пошлите? Ой, блядь, Диник. Не пизда. Ебать, здесь три ведьмы. В убежище есть бензин. Ну ладно, ребят, я... Осторожно! Ты, только я вижу, как быстро у меня МК стреляет. Посмотри за мной сейчас. Да. То есть у тебя она нормально стреляет? Да. Пиздос. Буду с тобой предельно откровенен. Следующий раз. Че это такое, ты видишь? Там ведьма забаговал. Народ, ну поживее, сколько можно? Я чувствую себя не лучшим образом. Но он попросил сам. Чуть не перекинулись. Меня долго просить не нужно, я сразу ёбну его. Бля, вот этот мод, кстати, на изменение характеристик оружия охуенный. Почему? Потому что все так быстро стреляют, но в общем урона меньше наносит. Так интереснее, по-моему. Типа, все сбалансировано очень хорошо. Нету, типа, какого-то определенного оружия, которое очень хорошо. Типа, калаш не такой сильный, как обычно. М-ку там бафнули, вот это все. Тогда пошли. Эй, тренер, полечись. Здесь дефибриллятор. Дробовик возьму. Дефибриллятор. Тут думаешь, дефибриллятор. Не больно? Ага, сейчас. Бля, чё бы взять? Ладно, я дефиб возьму. Вот дефибриллятор. Сработало. А, то есть мы уже обратно идем. Да. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Гроза начинается. Держитесь вместе. Блять. Ну ты, конечно, вовремя пайпу кинул. Нихуя не видно, бля. Блядство. Мне нужна помощь. Блядь, как хуйня, а не поле. Помогите! 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 За мной, должок. А где аптечка у тебя? Он же не лечился. Я чувствую себя совсем не лучшим образом. Ой, нас сверху громила ждет.
Если бы это еще сражение было, вообще пиздец. Блять! Яси. Он поднялся по лестнице и такой вид. Тебе надо полечиться. Блять. Ладно, ничего страшного. Перезаряжаю. Идем, живее. Хотя одним хп хожу. Упасть сзади пиши. Ребят, вам лучше упасть. Жокей, жокей! Жокей! Ранен! Вставай! Ну, вставай уже, сколько можно! Thank you. Ой, я черно-белый. Я танка слышу. Ой, бля. Больше нельзя допускать такое. Если они завалят тебя еще раз... А у нас вообще нету. Чему подчеркнуть? Сука, его он лечит, а меня нет. С один молотов есть. Охуенно он придумал, блядь. Тут повсюду сури. На меня попало это горящее дерьмо. Да чё за мной-то, блядь? Окей, он умер. Меня падный, мид. Кермилова там. У меня, блядь, одно хп, и я черно-белый, пизда. Миленько. А можешь мне скинуть этот молот потом? Да, могу. Не выходить из лодки, блядь. Главное не разбиться, нахуй. А, спасибо, чел, мог бы и мне дать. Или ты тоже черно-белый? Я тоже черно-белый. А, тогда ничего страшного. У меня дефибриллятор есть еще. Если что, тебя возродим. Да я дойду, бля, я уверен в себе. Я упал. Ну, было просто спокойно плыть вниз. Вот и нет адреналина, считай. Вот знак. Мы почти выбрались с территории. Я слышу плохие звуки. Танка? Нет, танка мы убили уже. Вот эти плохие звуки. Больше не слышу. Боюсь, что меня надолго не хватит, друзья. Мне слишком хреново.
Ебать, мы так близки. Еще чуть-чуть. Ну, главное не обосраться, как с гномиком. Блять, я посмотрел реплей, гномика мы дотащили, типа, все нормально было. Я не знаю, почему он пропал. Нет, Зиник, ты же ничего... Ты напиздел! Ну да. Сука. А знаешь чё? А, да, убил лучше. На мне похуй, я выживу. На мне похуй. Я хочу жить. Да я бы всю компанию, если хочешь, с одним хп черно-белым пройду. Пока не умру, конечно. Охуенный челлендж, кстати. Но сложный. Естественно, сложный, блядь. Мне нужно... Ай, блядь, какая же блевотина убогая. Что есть? Даже не знаю, что взять. Ты любишь эликсов, которые убивают ради того, чтобы убить, блядь? Просто охуенные люди. Крепкого здоровья. Чё? Да, пошли. У меня болевотина есть. Прекрасно. Найс. Надо в дома забежать. Мод стоит на пушке из колды, мне не нравится очень. У меня почти... Типа целый пак, который заменяет дробовики и вот это все. Я понял, да. Но мне не особо нравятся оружейные моды, я только вот парочку накатил, все. Я слышу курильщика. Я бы накатил мод на какие-нибудь анимированные скины. Анимированные скины? На оружие. А нету вроде таких, насколько я знаю. Есть. А, ну... Я видел на пушке. Я не особо понимаю, что значит анимированные. О. Я возьму таблетки. Типа у них измененная анимация, ты имеешь в виду или что? А, нет, у них скин переливается разными цветами, ну... РГБ. Мне такое не нравится. Нет, там есть нормальные скины, типа. Ну, это не для этой игры, по-моему. Как... Ну, это да. Как ставить аниме девок, блядь. Хотя, конечно. Это да. Да ведь кто-то собирал аниме-сборку, блядь, ну вот куда это. Сейчас полью! Перезаряжаю! ТФО все увеличивал? Конечно. Ну я, кстати, подумывал о том, чтобы прицел дефолтный поставить, и ФОВ тоже обычный. Я себе точку поставил. У меня просто статичный прицел. Перезаряжаю.
что здесь нет ничего. Перезаряжаю! И таблетки тебе по-моему дать. Держи. Эй, осторожно! Эй, я перезаряжаю! Моя бывшая жена. Моя бывшая жена. Ты спрям далеко? Нет, совсем чуть-чуть еще. Блять, прям. Идем? Да. Вот уже убежище здесь прям. Перезаряжаю. Блять, ну ты его оттолкнул прям. Это если это я сделал, то я сделал просто. Ой, бля. Неужели мы ни разу не умрем, блять, на этой голове, на этой компании? Удивительно. Пока самое тяжелое. Мне кажется, на милосердии мы сдохнем пару раз. На реализме. А, нет, милосердию не нужно для достижения, но мы можем ее пройти. Я думаю, мы будем по этому. По порядку проходить. Ну, по порядку тогда. С милосердия надо было начинать. Как мы ему просигналим? По идее. Возле толкучки из темницы, а в темнице злато ищи кровь и бетон. Опять загадки, блять. Ну, ёбаный, ну давай. Чё. Это разрыв? Нет, это другие, короче. Поджигачи. Бля, они просто как пулемет стреляют, я в ахуе. Перезаряжаю. А нет, они все-таки увеличивают у тебя тоже скорость. Эй, осторожно! Перезаряжаю. Бля, кровь и бетон. Аптечки здесь валяют. Еще две аптечки. Блять, как к вам залезть? Ты что, забыл? Там это есть. Лестница есть. А вот. Как он упал-то? Поднимай его, я вас прикрою.
Осторожно! Возьми себе. Оружие! Тут адреналин валяется. Сейчас проберем. Танк бежит. Где? Вон. Нет на это времени, вставай! Только не... Давайте, поторопитесь! У меня есть план. Не беспокойся об этом. Убить всех зомби! Убить всех зомби! Хватит вертеться, мне нужно тебя вылечить. Сука. Кидай рвотную бомбу. Он к нам ее кинул. Пусть на малый хотя бы пиздится. Лечусь, прикройте. Еще один танк и все. Не два раза? М? Один только, и не два. Нет, еще один танк, вон уже пришел. Пистолет. Нихуя. Угу. Внимание! Здесь там! Ой, блядь, там еще зомби бегут. Ой, зря блевотину кинули. Блять. Он умер, он умер. Да. Блять. Ну как так-то нахуй? Там орка приехала. Да, ну, желательно, бля. Ну ладно, неважно. Ой, блядь. Ай, да за что? За что меня? Там двоих он положил. Да, магац ебучая на негре, блядь, убила меня в самом конце. Там танк кинул в камень. Так танк в Рошель кинул, а меня негр убил. Ну ладно, мы все засчитали все равно.